Добрый день! Добро пожаловать на площадку «Овощной город». За моей спиной находится картофель, который обрабатывался новым препаратом Vibrant Stop. Мы применяли Vibrant Stop в трех различных дозировках – 0,5, 0,6 и 0,7 литров на тонну. Первые копки показали, что Vibrant Stop обеспечивает отличное развитие корневой системы, а также надежно защищает картофель от резектониоза. Но на данный момент мы увидели еще один эффект от применения Vibrant Stop. На нашем поле мы всегда оставляем участок, который не обрабатывается при посадке. И на таком участке можно найти растения, которые заселены личинками колорадского жука. На участке, где применялся препарат Vibrant Stop, личинки колорадского жука отсутствуют полностью. В состав препарата Vibrant Stop входит тиаметоксам, который позволяет нам избавиться от проблемы колорадского жука. И нет необходимости дополнительно проводить обработки от данного вредителя.